Наполеон делать. Павла, ты такая хозяюшка, вся в муке, а так, показывай, что у тебя, какие у тебя ингредиенты, расскажи. Мука и мандарин. А еще что ты сейчас будешь добавлять? Ты будешь добавлять сейчас сметану, да? Да, обязательно... и молоко. Сметана и... обязательно 20%. Это да. Важно, да? А ну-ка, давай. Сейчас бабушка отрежет, подожди. Я сделала. Я сделала пачку. Сейчас бабушка отрежет сметану. Так, сметана у нас отрезается. Бокалы стоят, потому что скоро старый Новый год. Так, Павлуш, теперь берешь вот так потихоньку. И тогда получается, Павлуш, у тебя. Да. А что это ты ковыряешь там пальчиками? А ну рассказывай. Это особый ингредиент или? Нет, это для сметаны, скажи. Ой, хозяюшка, Павла. Давай потихоньку. Тебя скоро нет, можно... вот так вот, мешай, с тестом мешай. В этот отправлять, как она, шеф-повар или как передача на СТБ, я забыла. Как она называется? Как девочка готовит там. Как девочка готовит. Так, не рассыпай. И там яйца вот готовят, так, вот так. Блин. Замешиваем. Мы уже замесили место, теперь мы ставим на 5 минут. Во-первых, не место, а тесто. А во-вторых, на сколько? На полчаса его нужно положить в холодильник, да? На тебе пищевую пленку, сейчас будешь упаковывать пищевую пленочку. И на полчаса тесто в холодильничек. Давай, открывай холодильник. Давай, я тебе помогу. Не туда, в морозилку. Ложи. Ты... Давай, кидай. Оп! Оп, оп. Все, закрываем. Варить заварной крем для Наполеона. Для этого нам понадобится 2 яйца, а Павла второй ложки. Молоко, стакан сахара и мука. Нужно вбить яйца. Вбивай яйца, Павла. Бабушка, помоги Павле. Еще одно яичко вбить. Вот, укажу, вот это надо поубирать. Что это такое? Опять попала туда белые. Выкиньте вот это, вытаскивай, Павлуш. Вот. Всыпай стакан сахара. Я сама. Ну хорошо, сама, значит, сама. Яичко у меня желточек. Так. Теперь, бабушка, а ну-ка, 2 столовые ложки муки. 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 Не 2, а 3. Я сама. Ну, 2,5. Давай, 2,5. Одну. Это же мука, да? Да, мука. Так, одну, давай вторую. Давай, да еще бака. Половину, еще половину. Они маленькие ложки. Все, все, хватит, не надо. Они не идут как диетические. Все, это не и размешивай, ложка. Павла, хорошо вот это размешивай. А потом мы все это будем заливать молоком. Ир, это, давай. Ир, это не столовая. Что у тебя получается? Да. Вот, размешивай. Сейчас будем молочко заливать туда. Да. Теперь мы добавим чуть-чуть ванилина. Подожди, чуть-чуть. Капельку. Да, совсем так для аромата. Так, и вливай молочко. Ой. Давай я тебе помогу. Я сама. Ой. Ну хорошо, все, вливай. Целый, вот. Я сама. Все, теперь размешивай все до однородной массы, будем ставить на газовую плиту. Ставим на плиту однородная масса и размешиваем. Да, и на тихом огне вот так помешивая, пока крем не сольется, мешай. Крем уже загустел, его можно выключать. Так, бабушка параллельно коржи выпекает. И Павла занята делом, тоже делает вот такие печенюшки разные. Да, Павлуш? Да. Так, крем, чтобы не подгорел. Можно добавить туда теперь 200 грамм масла. Кто-то добавляет, когда он остынет. Я добавляю всегда горячим. Какая разница? Все равно загустеет хоть так. Так, Павлуш, открывай, давай посмотрим, отойди, потому что горячо. Ой, я боюсь. Не надо, я открою. Ого, подгорают уже. Размазываем кремом. У нас крем. Немножко жидковатый получился, да, но ничего страшного. Да? Это даже хорошо. Павла, а ты можешь пока попробовать чуть-чуть. Вкусный крем у нас. Ну, пальчик. Он такой горячий немножко. Мы его не
остуживали, потому что в нашем случае не получается так обычно. Ну, вкусный? Сладкий? Сладкий? Вкусняшка, да? Ну что, у тебя получается? Намазала же? Да. Еще намажь чуть-чуть. Все. Все? Павла, вкусный у тебя тортик получился? Да. Вот такой тортик у нас получился. Ну, говори всем пока-пока. Пока-пока и подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Лайки.